11 марта в стенах кинотеатра «Москва» города Каспийск состоялось мероприятие, посвященное благословенному месяцу «Рамадан, мы ждем тебя». По словам организаторов вечера, последние два месяца перед наступлением священного месяца является разминкой для человека. Подготовка к «Рамадану» – это необходимость для каждого верующего. Началось мероприятие с чтения священного Корана, которое не оставило равнодушным всех присутствующих. Вскоре зрители немного окунули в историю священного месяца и кратко рассказали о самых главных и интересных фактах Рамадана. Слово «Рамадан» с арабского слова, в переводе с арабского на русский, это «жара», то есть «рамад». И почему было названо именно этот месяц, именно Рамадан? Потому что, говорит, этот месяц попадается именно в самую такую жару, и арабы название нашли именно подходящее к сезону – Рамадан. Отметим, что мероприятие посетили все желающие – мужчины, женщины и даже дети. В этот день они пришли послушать выступления известных богословов и исполнителей нашидов. Особое внимание проповедники уделяли такому греху, как сплетни, и как важно воздерживаться от него не только в священный месяц, но и в обычной жизни. Вы знаете, что такое рибат? Асхабы ответили: «Аллаху ва Расулю Аалям». Аллах и его посланник лучше знает. Они всегда так отвечали. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, продолжил: «Зикрука ахака бимаякра». Гибат – это когда ты говоришь за своего брата по вере то, что ему не понравится, если он услышит. Или же за сестру по вере, без разницы. То есть, когда ты раскрываешь недостатки других людей. Завершилось мероприятие совместным дуа со всеми присутствующими. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».